можешь вот закончить на номера 3 шестерки. Во какая высота тут. Сейчас мы попробуем это показать вот так. Высоту всю. А потом подойдем к дому. Снимем его с этой стороны. Это в Тали. Вот такой домик. Та сторона, весь этаж нижний. А здесь что мы видим? Арочное окно. Прикольно, да? Что трясет, я не понял. О, успокоилась. Подъем на Ведьмину гору, да? Да, Хексенплац. Хексенплац? Ага. Ну, я так дословно перевел — Ведьмина гора. Типа что-то этого. Который боится высоты, лучше смотреть через видоискатель. Ты что, высоты боишься? Очень. Да ладно, серьезно. Ух ты, тут пол у нас этот стеклянный, оказывается, я не заметил. Вроде раньше не стеклянный был, или я что-то внимания не обратил. Прикольно. Давненько я тут не был. Вот так вот, Юра, сквозь страхи, так сказать. Вот так высоту будет лучше видать, то как-то что-то низко получается.
Значит, только я тебя прошу, не это самое, не шевелись. Пожалуйста. Ты даешь ей. Ой, как мы высоко, однако. Ой, тут скалы, 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 скалы. Фух, скалы, подъезжаем. Да, сзади скалы, красиво. Но, блин, Саша, не двигайся, пожалуйста. А мне же надо покрутиться, все снять. Ага, ну вот уже мы почти. Вот тут ветерок дует. Капец, конечно. Прям слышно, как задувает. Слышно, слышно. Вот он поет. Юра, Юра, Юра. Фух. Фух. Пронесло. Фух. Высоко довольно мы забрались. Ну, мы уже приехали. Приехали. Фу-фу-фу-фу-фу. Пять ушаков. Так, а где бабаюшки? Вон бабаюшка стоит. Ну, тут пока ничего не видно толком. Одна бабаюшка. Саня снимает свой видеоблог. О да, высота. Wachs ja ein bisschen von dir zu nehmen. Das kann ich auch mal Stefans Bilder angucken, das habe ich empfangen. Ach so, dann mach mal. Камни прям на блоки похожи. Но тут как-то не очень. Ты
genau, wo sie verlassen haben. Из блока и сложили немножко. Интересные камушки лежат. Но высота, конечно, тут ближе чуть. Вот смотри, что это? Песочком, ветерком с песочком надуло, блин. Да? А знаешь, у меня тут другое. Вот я сейчас вспомнил. Смотри, какие глыбы там. Как за горных козлов. Помнишь, да вот горные помню. Козлы? Вот они ж по такой фигне отвесной. Так есть по деревьям козлы лазят какие-то. Так вот по такой фигне отвесной он бы легко залез наверх. Да. Как? Не знаю. Что-то вот как справится. Это вообще? Например. Может, у него крылья есть? Вон там, смотри, как наложенные вроде, да? Прикольно это. Не, это все, блин, это ветер с песком. Да нет, ну это куда сложнее процесс. Ну ладно, сдвиг тектонических плит или вулкан взорвался. Ладно. По барабану. Не, ну кстати, вот вполне возможно, ну, что вот эти пики. Че? Видишь, взрыв аж... вулкана. Нет, ну, они вот именно как зарыхление. С-под земли вылезли, да, так? Ну, они... ну выросли, согласен. Вот, смотри, как будто кто-то их сложил. То там такое ощущение, что он раствор между. Ты надо, сейчас я туда поближе подойду. Это да. Ну согласен. Вообще, как будто это, кто-то тут строил что-то. Сейчас. Вот кто их тут сложил? Вроде как будто их сложили здесь. Вот такие гигантские глыбы, ё-моё. Сюда вообще нельзя спускаться? Ну блин, даже не немец. Заборчик меня не остановил. Вот такая скала, генерал. Да, блин, постройка реально. Тут еще надо походить. А сколько их тут валяется вон вокруг? Еще, видать, какие-то попадали. Тут что у нас с этого ракурса? Ну-ка, приблизим.
Ну, прикольно, прикольно. Там вот вообще прикольно. Ладно, пойдем дальше. Честно говоря, тут такие глыбы, как будто они разбросаны. Это, конечно, через камеру навряд ли передать. Но ощущение, что здесь какие-то массивные постройки когда-то были. И их просто пораскидало. Сейчас я еще дальше сниму, там еще прикольно. Вот такие блоки типа пораскидало тут немножко. Сейчас попробуем дальше снять чуть-чуть. Что они так потрескались ровно. Алло. Все тут немножко пораскидано. Вроде. Ощущения, конечно, непонятные. Сейчас я попробую с другого. Там какие-то блоки. Меня здесь. Да сейчас сниму, ты смотри, как тут такие два блока просто друг на друга кто-то сложил, а ты как раз уже на этом блоке. Опа. Загорать будешь? Солнце зашло. Смотрите, как они аккуратненько прям. Здесь, конечно, верхушка неровно немножко, сейчас дальше снимем. Юрик там фотографируется. Ну, камни, я вам скажу, интересные. Такие так ровно потрескались, типа. Но ощущение, что кто-то их тут складывал. Вы прям смотрите, как лежат они красиво. Вот те вот, к сожалению, там деревья плохо видны. Там они явно как сложенные. И туда я не доберусь, чтобы их лучше снять, к сожалению. И все это ощущение, как будто когда-то было выложено. Ну, такие гигантские глыбы в горах таких, не представляю, как это реально. Оно сейчас другое. Ту сторону я отсюда сниму, где я был. Что мы там увидим? Ты, Санек, аккуратно. Ну, там, в принципе, что-то наподобие. Вот это, по крайней мере, сторона, как будто выложена прям. И вот с этой стороны, возможно, когда-то что-то такое огромное была постройка. Просто невообразимо какая. Вот там внизу я вижу, он разбросанный, прям глыбы такие. В форме, похожие на блоки. Они, конечно, неровные. Но, блин, то, что я видел уже, меня уже ничего не удивляет. Ну, вот там внизу из-за кустов я хоть... Ну, нереально снять просто. Думаю, не видно будет. Я-то вижу. Не знаю, как на камеру. Попробую с другого боку подойти. Да, друзья, вот это мы залезли, и тут такое ощущение, все когда-то было выложено. Ну, я не знаю, как это через камеру будет выглядеть, немножко наивно тогда, но когда вы видите это вживую, ощущение, что здесь были какие-то масштабные огромные здания, и просто их развалило, вот это все раскидало тут. И сейчас я дальше еще сделаю несколько кадров. Будет очень интересно. Ну вот, немножко с другого ракурса. Все выглядит так, как будто когда-то кем-то это было здорово, все четко выложено. Но просто это не описать. Сейчас следующий пойду снимать. Чуть-чуть спущусь еще. Там вообще интересная такая. Ну вот, друзья, тут остаток такое строение. Очень интересный. Просто навряд ли камера это все передаст. Но это просто потрясающе. Такой какой-то остаток. Сейчас я еще пару кадров сделаю. Но это словами не передать. И я думаю, камера тоже это не очень хорошо все передаст. Ну да, очень интересно. Я вам скажу, просто потрясающий вид. Просто обалдеть. И все тут такие, как будто вот эти все строения вроде как развалились когда-то. И тут все вот так по уклону усыпано такими глыбами.
ощущения очень-очень интересные. Теперь я лучше понимаю этих исследователей, которые часто выезжают на подобные вещи, места там на Урале, еще где-то. Но здесь тоже немало интересного можно найти. Не знаю, насколько там хорошо видно, но ощущение, вот там прям как будто блоки лежат. Это реально. Прям все как будто было когда-то грамотно, очень грамотно уложено. А потом как будто все развалилось резко. Как вроде от взрыва. Все разлетелось и вниз туда посыпалось. Остатки какие-то. И все валяется. Я думаю, это все усыпано до самого низа. Вот такими глыбами. Ну, здесь пока все. Пойду дальше. Тартанули опять. Теперь вниз поехали. Наснимались камушков. Вот здесь, кстати, тоже они такие, ну, немножко не такие, конечно, не так смотрятся хорошо, но тем не менее, что-то интересно. Что-то даже делали, что-то написали. О, как выложено и красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, блин. Я рядом тут проезжаю, оказывается. Да-да-да. Но мы же были с другой стороны, да? Ну, конечно, мы совершенно с противоположной стороны были. А тут таких вон много остатков торчат, то там, то сям. Ну, очень похоже, что ну, какие-то, ну, какое-то сооружение здесь было. Ну, здесь как бы не особо, да? Здесь вроде как скала развалилась просто и все. А там нет. Ну, хотя вот внизу тоже такие... Слушай, вот как вот это строится? Стальные. Так, нормально строили, что. Там стол поставили, туда трос потянули, натянули. Можешь посмотреть, это есть. Делают видео такие. Съемки, как эти. Канатные дороги я смотрел. Это, конечно, не очень просто. Довольно сложно. Там дорога внизу есть, да? Конечно. Да, туннельчик такой. Прикольно. Ой, тут прикольно тоже у нас под ногами. Пол такой. Блин, я на нем стоял. Как он не провалился. А прикинь, уж здесь бы был, ну как бы экран с эффектом таким потрескивания. А в Китае, ну, да, мост есть. Мост видел, да? Да. Там, вот ты заходишь и так. Ну это реально, это ну сердце ёкает. Ну, там дети внизу, вон, в речке балуются, лазят. Ну здесь, конечно, не то ощущение. Надо было целиком пол такой сделать. То края вон не совсем они. Чуть-чуть. Ну кому то, а кому не то, мне хватает ощущения вообще полностью. От слова совсем. Ну, еще, наверное, пару зданий сниму интересных внизу. На сегодня хватит. Вот опять церковь небольшая. К сожалению, небольшая, но ситуация-то... Вот посмотрите, опять же, южная сторона, как я и снимал. И вот мы смотрим потихоньку на северную сторону.
Везде одно и то же. Это совсем другой городок. Но ситуация похожая, что и в моем городе. Вот как северная сторона, насколько ниже. Ну вот что? Интересно вообще, интересно. Я, конечно, еще в других городах поснимаю подобные церкви, что-то в этом роде. Посмотрю, как там будет север-юг. Но, по крайней мере, вот еще очередной раз. И я вот до этого дом снимал, там такая же ситуация. Сейчас еще один домик попробую снять, правда, там заросший, ну посмотрим. Ну вот, скорее всего, тоже допотопный домик. Довольно красивенький. Оригинальненький такой. К сожалению, не знаю, сейчас будет видно, нет подвальные окна. Ну, как бы, ну, хотя вот здесь открыто. Сейчас я попробую снять подвальное окно. Здесь заросшее все, дом как бы... Ой-ой-ой, а что мы там видим? Да, ребята, не знаю, видно вам, нет, там огромнейшее просто окно. Просто огромное. Вот такие вот дела. И что ж там это окно огромное делает-то в подвале у нас? И очередной раз такая. Очередной раз. Конечно, в подвал бы зайти. Но это уж навряд ли нас кто туда пустит. Дом, похоже, либо продается. Чуть не видно, что кто-то здесь жил. Но интересный домик. Сейчас еще одно здание сниму. Ну вот, похоже на античное здание. Здесь что-то где-то откопано, где-то нет. Вот смотрите, там целый этаж. Целый этаж внизу. Просто обалдеть. Огромное здание. В моем городе такие еще больше здания посносили. Вообще не представляю, как можно такие здания сносить. Просто запросто снесли. И вот смотрите, какой перепад опять. Вот с юга и на север. Серьезный перепадик. В общем-то, что-то его недооткопали. Решили не откапывать полностью. Где-то откопано, с той стороны почему-то откопали, с этой нет. Сейчас с другой стороны попробую обойти. Я даже не удивлюсь, если это здание здесь тоже снесут. Выглядит как будто заброшенное, ничего с ним не делается, огромное здание. Если, конечно, снесут, это будет интересно.